такая тяжелая победа, на самом деле. Играли не особо хорошо, но после выезда, после выезда сил особо нету так играть активно, поэтому как-то сегодня так в обороне больше играли, оборонялись, там забили один гол и уже начали отсиживаться больше. Так игры идут подряд через день. Насколько тяжело это в физическом плане? Ну, тяжело, конечно, да. Еще там у меня вообще как бы со сборной уже выезд был там 3 недели. Тяжело, да, игры постоянно идут через день, каждый день там, поэтому сложно. Перелеты там сложные, прилетаешь в 6 утра. Ну, все в одинаковых условиях, надо как-то выбираться из этого. После приезда из сборной вот забить не удавалось, сегодня красивейшую шайбу забросили. Как-то переживали по этому поводу или не думали? Не думал об этом, больше переживал за то, что как мы играли как команда, проигрывали и плохо играли. Ну, сейчас будем делать шаги в правильном направлении. Сейчас еще 2 игры впереди, также через день. Как надо правильно сыграть, как надо настроиться на эти матчи? Ну, сейчас надо в себя приходить, перестраиваться обратно, часовой пояс наш. Выспаться нормально, как бы провести день полезно завтра и уже готовиться к Амуру, а там игра с Акбарсом, все, в принципе, все понятно.